тоже, да, все строится, строится. Это у нас здесь хреновая стройка. Здесь уже склоны спахали. Ты же видишь. В Батуми там тоже нормально все строится. Ну, мы приехали, конечно, там даже спать днем нереально. Где? В Батуми. Там, да, там все. Все жужжит, дребезжит. Малая родилась рядом. И вот, а здесь, получается, трассы, да, зимой идут, горнолыжные? Да, да, все вот это ты видишь. Вот мы стартуем, смотри, видишь город, вот это вот. Да. Вот это Садзели. Стартовали раньше, пока грузин там один не разложился. Разложился, все закрыли. Для подъема с Барабаном. Ну, подготовленным надо быть, да, прям совсем, чтобы здесь и кататься, да. Я кататься этим скажу, не обязательно. Здесь очень разные люди катаются. Имею в виду, с опытом разным. Если ты катаешься хотя бы там немножко, приезжай, ты удовольствие поймаешь. Здесь разротраченных трасс, экологии тут очень много. В общей сложности 135 километров, представляешь? А скипас стоит 50 лари. 50 лари на день. А, ну ты... 20 долларов нет, понимаешь? Очень дешево. Я знаю, а канадки работают с 10 до 4, в будние до 5, в выходные. Ну, в реально, как бы, нормально. Проживание, я думаю, что как и в Красной Поляне, что это самое перечисленное. Это не по-разному. Не знаю, самое главное, это налезть на какого-то местного, который тебе вообще обычно будет продавать. А как продавать? Ну, вот так же, как с продажей. То есть тебе нужны лыжи, он привел тебе своего человека, типа друга. Тебя привел, но он не продавал. Значит, ты хороший лыжи. Я в России даже курсы чувствую сейчас здесь. Ну, вверх набираем чувствую. Если ветер пешком не остановишь меня, то тебе такой никак не нравится. Ну, не первый пассажир, а такой. От этого отказаться, вот это увидеть. Он огромный, да. Я даже не знала, что в Грузии такие огромные горы, если честно. Я сама не летела сам. Я летел, чтобы ты понимала, что ты сейчас покажешь. Если посмотреть, вот так летел. Не туда, в Тбилиси. Видишь, дорога прочь. А вот так. Вообще там посадок нет. Пофиг там. Погнал. Вон там снежник видно. Видишь снежник? Вон да, там да, да. Вот на снежнике летит. Думаю, наша камера скоро стоп. Не выдержит. Из ограничений, да, какие-то? Давай-ка я. Не, не ограничения, просто там аккумулятор. А-а-а. Что я не люблю, помнишь, говорил? Года, да. Yeah.